Неизвестное об известном. Добрый день. Сегодня мы продолжаем тему расаян. Напомним, что расаяна в аюрведе означает средство для омоложения и укрепления иммунитета организма. Прошлое занятие у нас было посвящено мужской траве ашваганха, а сегодня мы расскажем про женскую траву, которая называется шатавари. Шата означает 100, вари означает муж. По преданию, это растение дает возможность женщине иметь 100 мужей. А ботаническое название растения Asparagus racemosus. Корень растения шатавари является самым сильным средством для укрепления женской половой системы, для обменных и иммунных процессов женского организма. Кроме того, это сильнейшее растение, позволяющее контролировать питта-дошу. Питта – это огонь, а половая система женщины, связанная с огненными процессами природы, огонь преображает. Таким образом, шатавари может быть использована в случае бесплодия, в случае нарушения менструального цикла. И как средство, снижающее питту, она может использоваться при неинфекционных воспалительных процессах. Помимо действия на женский организм, оказывает очень ценное воздействие на желудок. Благодаря эффекту сглаживания и снижения питты, снижает кислотность и может быть использовано при лечении гастрита и даже язвы желудка. Использовать шатавари, опять-таки, можно в зависимости от показаний. Так, например, если у человека повышенная кислотность, то можно съедать пол чайной ложки порошка шатавари после каждой еды. Для того, чтобы вызвать усиление работы женского организма, то ее лучше всего принимать в комбинации с молоком. Это можно либо запивать молоком, но самый высокий эффект вы получите, если сделаете молочный отвар. Пол чайной ложки шатавари заливаете молоком, доводите до кипения и 2-3 минуты варите на медленном огне. Эффект будет сильнее, если туда еще в конце, когда уже молоко будет сварено, добавить маленькую щепотку шафрана. Шатавари можно принимать во время беременности, а также во время кормления грудью. Она усиливает процессы лактации организма и в организме молодой матери и делает, увеличивает объем и качество женского молока. Приобрести шатавари можно, обратившись на сайт www.herbs.lv или по телефону, указанному ниже.